Мечта поставлена на крыло, опоздав на 3 года. Boeing 787 Dreamliner совершил свой первый коммерческий полет из Токио в Гонконг. Использование в конструкции новых материалов позволяет на 20% сократить расход топлива. Кроме того, самолет издает меньше шума. Ввод Dreamliner в эксплуатацию задержался из-за многочисленных технических проблем, но разработчики обещают наверстать упущенное, подчеркивая, что отныне в авиации меняются правила игры. Мы собирались начать эксплуатацию в 2008-м. Путь был долгим, но наконец-то 787-й поставлен на крыло. All Nippon Airlines начинает регулярные рейсы в ноябре. С 2013 года Boeing планирует выпускать по 10 Dreamliner'ов в месяц, но пока ажиотажного спроса нет. Неделю назад один из крупных китайских авиаперевозчиков, не дождавшись запуска самолета мечты на поток, аннулировал заказ на 24 Dreamliner'а.